Сегодня почти все, как в армии. Построение по рангу и торжественный марш. Ученики первой бутовской школы приняли участие в смотре песни и строя, посвященному Дню Победы. С приветственным словом к ребятам обратился заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета Валерий Черников. Хотелось бы пожелать вам успехов в сегодняшнем мероприятии, поздравить вас, ваших родителей, ваших дедушек, бабушек с этим замечательным праздником, а также учителей вашей школы. Ученики с 1 по 11 классы почти месяц готовились, чтобы показать четкость и синхронность колонн и шага, исполнение строевой песни. Изюминка этого смотра – парадная форма. Она посвящена различным родам войск и подразделений. В строю сегодня и мальчишки, и девчонки. Гордость. Ну, вот флаг держу. Нравится страна. Горда за своих дедушек и бабушек, за то, что они победили, за то, что защитили нас всех. 9 мая – это великий праздник нашего народа. Это победа Красной Армии Советского Союза над фашистской Германией. Для меня этот праздник очень ценен, потому что у меня почти вся семья, мои прадеды воевали и прапрадеды. Этот праздник самый главный из всех праздников для нас. У меня воевал дедушка, он дошел до Берлина, но он не смог вернуться, потому что в его ногу попала мина. Среди тех, кто наблюдал за школьным парадом, участники специальной военной операции. Они приехали в гости к ребятам не с пустыми руками. Снаряды, патроны, сухпайки – все непосредственно с поля боя. Любые экспонаты можно потрогать. Различные каски – это наши каски, которые используют как и наши солдаты, так и солдаты Украины. Это польские каски. Соответственно, она после выстрела, видите сами, с пробитием. Ну и ребятам будет интересно тоже увидеть, потрогать, чтобы на будущем, будущие наши защитники могли понимать, что это. Это большие мины от больших. Это маленькие мины. Это большой. Все экспонаты будут переданы в школьный музей времен. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.